когда-то этот мир был совсем другим. Он был таким же, как планета Земля, таким же зеленым, светлым и радостным. Но настали темные времена. Земле уже нет несколько сотен лет, поэтому мы ищем новую, пригодную для жизни планету. И вот. Наши ученые сообщили нам, что несколько сотен лет назад зимний пожар, который испарил здесь все живое. Огонь все еще живет внутри планеты, поэтому не очень горячо. А мы вынуждены передвигаться и жить только на наших воздушных кораблях. Всю свою жизнь мы находились в воздухе, как птица. Но мы не сдаемся. Наша задача — возродить жизнь здесь. Именно поэтому мы назвали нашу планету Феникс. Ведь она, точно так же, как и эта птица, возрождается из пепла.